чемпионат, он, во-первых, очень хорошо организован. Сначала видно, все сделано грамотно, организованно. Даже можно взять простое превью. Они поработали над ним, как будто ролик одного фильма. Для начала это очень качественно и, можно сказать, на уровне чемпионата Узбекистана, если не выше. Сегодня команда начала хорошо, вели 2-0. Но как-то чуть-чуть удачи не хватило. Молодые тоже хорошо заиграли и волевую победу одержали. Кому повезло, тот и выиграл сегодня. Первая игра всегда тяжелая бывает. И тем более у нас первая игра дерби. У нас две друзья, одна семья, можно сказать, сыграли. Но перед туром нам сказали, что в раздевалке будет уже счет известный, какой будет. Но мы играли честно, достойно и выиграли. Ну, команда соперник наш тоже была достойной победы. Ну, нам было удачи чуть-чуть хватило. И волевой победы удержали. Можно выделить некоторые команды, но будут все бороться. Но это мы уже знаем, что ИСТА турнир серьезный турнир. Не как прошлогодний Сергеевский был у нас турнир. Там. Из-за этого здесь, я думаю, несколько команд будет бороться. Ни одна, ни две будет бороться здесь за чемпионство. Многие команды, они достойны для выигрыша этого чемпионата.